Помните, у вас всегда внутри головы живут проблемы. Надо, они как тараканы. Вот. И у вас должны быть инсектициды. И вы должны ходить и травить тараканов в голове в своей. Но люди так не делают. И дальше у них тараканы разрастаются, превращаются в большие такие переживания, которые они пережевывают, да, и от этого им становится тошно жить. Надо с этим бороться? Я считаю, что надо. У нас есть технология умственной жвачки, описана в книге «Чертоги разума». Умственная жвачка – это куча больных пунктов, каких-то проблем, из-за которых мы тревожимся, переживаем, крутим, вертим там, и так далее. И их главное там, ну там условно говоря, 25, и вы вот так от одной к другой, от одной к другой. И не подумав, не додумали, бросили, пошли дальше. И доказано научно, что человек, который вот находится в состоянии умственной жвачки, чувствует себя хуже, чем когда он занят каким-то делом. Вот поэтому арбайтен. Арбайтен и арбайтен.